в рамках подготовки к курортному сезону мы не можем с вами допустить, чтобы все, кто строится на Пионерском проспекте, там гостиницы, дома, что они стоят, чтобы они всю грязь вывозили на Пионерский проспект. Но у нас есть Мунконтроль, загружен работой вот так. То есть снос у него снос ролет должен стоять. Вам надо объехать все стройки в радиусе Пионерского проспекта. Кто выезжает? Есть ли у них пункты мойки? Если нет, нам такая стройка не нужна. Кто будет сейчас мыть Пионерский проспект? Кто будет подметать там все это делать? Солнце засветило, пыли, как в деревне будет. Это приоритетная задача. Если еще раз такое будет, весь Мунконтроль пойдет туда и будет там убирать тогда сам эту Пионерский проспект. Понятна задача? Да, Юрий Федорович.